И последний раз я случайно себе штаны наложил. Опять? Да. Я, честно, не фанат таких историй. Я не понимаю, как это повторяется. Малыш, это частная вечеринка, а разве что у тебя есть билет? Нет, мам! Я уберу, когда вернусь. А ты его, мама. Может, я Эдрин. Тут бой проходит. У тебя есть билет или нет? Он по-любому псих. Давай лучше дальше отговаривать. Да, он, наверное, прикалывается. Что ты? У меня есть билет. Так, мы о чем-то говорили? Да. Я рассказывал, что моя племянница придумала шутку. Что делает молния, когда ложится спать? Гром! Она прям гений. Да, я тоже ей так постоянно говорю. Реально клёво, вау. Это единственная правда, что... Моя тетя, ее мама. А, да, как она? Она не очень, она в больнице. И, возможно, я буду единственным, что есть у моей племянницы. О, бро, спасибо, бро. Мы все с тобой. Тебе это кажется смешным, бро? Это дико смешно. Тебе это кажется смешным, бро? Тебе это кажется смешным, бро? Чувак! Ты че, не можешь просто свой зад сдерживать? Выдохнем, все в порядке. Чать за парень, какого хрена он все еще здесь? Мне очень грустно это слышать. Я буду молиться за тебя. Смотрите. Эй, Дженнет, че как? Привет, ребят. Твоя техника сегодня была великолепна. Дженнет, твои фиолетовые штаны великолепной формы напоминают мне виноградную лозу. Ща, моя очередь. Эй, Дженнет, ты пахнешь... Пахнет как из мусорки. Че? Вау. Нет. Очень достойно, ребят. Думаете, это клевая шутка? После этого ни у одного из вас никаких шансов. Пошли вы. Нет, Дженнет. Нет, прости. Ну твою мать, бро, да че с тобой? А сухо, у нас были какие шансы? От тебя воняет, у нас еще парень, похожий на акулу и как будто под солями. Да, вот так. Смотри мне в глаза. Давай, дыши. Окей, давай, вот смотри. Так, вот так тебе лучше. Давай, расслабься. Эй, детка, отлично выглядишь. Это что было? Она клёво выглядит в этих фиолетовых штанах. Да. У него замедленная реакция. Да, все объясняю. Я слышал такое. О, зацените. С этим парнем точно что-то не так. Да не, все с ним так. С ним? С ним. Прямо перед вами. Чемпион. Лучший боксер, который видел. 23 победы. Ни одного поражения. Он будто стена. Настоящая легенда. Лучший из лучших. Вес. Да, Вес, ты сможешь его побить? Что скажешь? Вес. Я успешу. Вес! 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 Давай, Вес, дерьмо из него выбей! Бей еще! Дай ему апперкот! Давай еще раз! Давай, Вес! Ты что делаешь, бро? Вес! 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 А перевел и озвучил виски. Ага.